А бытенность – это мясорубка. Мясорубка, которая перемалывает твои великие мечты. Проблема в нашем мышлении. Мы всегда находим причину, почему у нас не получается. Реальность, она другая. Бог любит, но жизнь, она другая. Она именно такая, как ты веришь. Веришь ли ты в позитив, веришь ли ты в негатив? Верующий человек имеет способность видеть. Он видит. Неверующий человек говорит: увижу, поверю. Верующий человек говорит: я не вижу физическими глазами, но я вижу глазами сердца, поэтому я верую. Вижу, поэтому верую. Очень важно, чтобы у каждого из нас была способность видеть невидимое. Видеть то, что делает Господь, видеть работу Божию, видеть будущее. Провели эксперимент, и когда сделали этот эксперимент, это были жестокие эксперименты, но их все-таки делали над крысами. И провели такой эксперимент в помещение, положили бассейн, там был бассейн, и положили крысу. И одна крыса плавала и утонула через несколько минут. Другое помещение, тоже поместили крысу, и эта крыса плавала и плавала и плавала. Она проплыла 36 часов, и когда у нее кончились силы, она утонула. В чем разница? Одна утонула, одинаковые крысы, одинаковое здоровье, такие бодренькие, нормальные, здоровые крысы. Одна умерла моментально, другая долго плавала, долго плавала, и она не утонула. Проблема в наличии света. В одном помещении была абсолютная темнота. И когда крысу поместили в воду, и она стала плыть, и она стала измерять, какую же емкость. И вдруг ей показалось, что это не бассейн, это даже не лужа, это больше. Она плыла. И перед ней возник в разуме океан. И она представила океан, акул, корабли тонут, глубина, ширина, долгота. И перед ней промелькнула вся ее жизнь. И она поняла: я не могу сопротивляться, я умираю. И она умерла через несколько минут. Другая крыса видела конец бассейна, и она плыла до конца бассейна, не вылазила, в другую сторону плыла. Она боролась за жизнь, пока силы ее не покинули. Когда ты находишься в Божьем свете, ты можешь видеть и ты можешь бороться. Человек, который видит, куда идет, пройдет гораздо дальше, чем тот человек, который не видит. Скажите на это аминь. Если я вижу цель моей жизни, если я вижу конечную точку моего пути, если я вижу, куда двигаться, тогда я снова и снова и снова и снова включаюсь, и я говорю: я имею силы дойти. Это вон там находится. Я знаю точку, куда я должен прийти. Когда ты не знаешь, куда идти, для тебя каждый шаг становится неуверенным. Ты идешь и думаешь: куда идти? Может пойти сюда, а может сюда пойти? Я не уверен, а что будет дальше? И тогда ты становишься парализованным и тонешь. Видеть. Блаженны видевшие, да? Если ты способен увидеть невидимое, твои глаза физически не показывают ничего тебе, кроме того, что находится вокруг тебя. Но если глаза твоего сердца открыты, Божье Слово освещает твой путь, тогда ты способен увидеть, что ждет тебя впереди. Способность видеть. Как важно нам видеть, куда мы движемся. Я посмотрел на жизни людей и вообще анализируя за 20 лет, уже скоро 20 лет в пасторском служении, я уже такой архиерей-пастор такой становлюсь уже. Когда мне говорят: сколько лет ты в служении? Я говорю: почти 20 лет. Я обнаруживаю интересную тенденцию, которая меня удивляет. Насколько интересно, люди проводят свою жизнь и понятия не имеют, куда они идут, и они не видят, и они не знают, что с ними происходит. Они просто не видят. Они не видят ни будущего, ни настоящего, они просто живут. И вот это такое состояние обыденности, такое слово «обыденность», очередной обычный день, который пройдет, и он кончится, и дальше обыкновение. Так по обыкновению своему, как всегда, наступило утро, как всегда он проснулся, как всегда он почистил зубы. И вот эта обыденность, она превращает, знаете, я с чем сравнил обыденность? С мясорубкой. Обыденность – это мясорубка. Если кто-то запишет, запишите, пожалуйста. Обыденность – это мясорубка. Мясорубка, которая перемалывает твои великие мечты. Эта мясорубка перемалывает твои великие мечты и превращает фарш, такой бесформенный фарш реальности. Ты мечтал: полечу, пойду, завоюю, захвачу. И потом обыденность говорит: ну посмотрим.
И потом ты смотришь, эта обыденность перемолола всех твоих друзей, она перемолола твоих знакомых, она перемолола всех, и ты смотришь, и Баба-Яга говорит, садись, ножки выпрямляй, ты следующий в мясорубочку пойдешь. И знаешь, и можно согласиться, такова жизнь, чему быть, того не миновать, судьба такая. Мы будем как всегда, как обычно, нас сейчас она возьмет и закинет в мясорубку. Но знаешь, всегда находится упертый, который ножки растопырил и говорит, а я не хочу туда. Ну как ты не хочешь? Баба-Яга удивилась, что случилось? А что, настроение плохое? Ты ничего не понимаешь? Жизнь, это жизнь, реальность. Согласись, ты утонешь сейчас. Нет, я буду бороться, ножки растопырил, я вижу, у меня другое будущее. Вспомните Иосифа, когда он увидел сны, что Бог его поднимет, и что все преклонятся перед ним, и что он будет крутой пацан. Вы помните все его сны? Знаете, что с ним случилось дальше? Его просто братья набили хорошенько. Весь Фингалах сидит опухший. Братья, которые должны были ему поклониться, они его избили. Представляешь, ты приходишь, ожидаешь вот так, что сейчас тебя вот так, а, здравствуйте, а тебе вместо здравствуйте бух по голове, бух по спине, бумс-бумс набили и думают, убить тебя или не убить. Продают в рабство, евреи же продали брата в рабство, заработали денег, идешь ты в рабство. Знаешь, как Иосиф, знаешь, вот сны видел, конечно, интересные сны, но реальность-то другая. Ему реальность говорила, ты труп, ты в Египет идешь, ты никто. Попадает в Египет, попадает в дом Потифара, попадает опять в тюрьму. И знаете, вот все время попадает. Вот знаешь, если можно описать жизнь, первая половина жизни он попадал. Попадал за все, на всем попадал. И когда сидит уже в тюрьме, уже все, тупик, конец, все. Ну какой сон? А я сон видел. И что? Все поклонятся передо мной. Кто поклонится? Мама, папа и братья. Они где? Не знаю, я их не видел уже 20 лет. И как ты будешь дальше жить? Сон. Я видел сон. Ты, ножки вместе и туда, в мясорубку. Очнись. Нет, у меня есть что-то лучшее. У меня есть что-то лучшее. Я все равно буду упираться. Даже если Баба-Яга скажет так, а я скажу нет. А Баба-Яга скажет, ну как ты, не понимаешь? Не понимаю. Ну как это ножки вместе? Садись, Баба-Яга, сама, покажи мне. И эту Баба-Ягу в мясорубку засовывай. Борись, это твоя жизнь. Это твоя жизнь, сопротивляйся. Ну, у меня нету этого. У тебя ножки есть, упирайся. У тебя ручки есть, цепляйся. Зубы есть? Есть, есть. Двумя зубами цепляйся. Ну, мне говорят, что все. Ну, мало ли, что тебе говорят. Цепляйся, это твоя жизнь. Это твоя жизнь. Скажите на это аминь, драгоценные. Ну, кто не, кто, я хотел бы за тебя цепляться, но я сам за себя цепляюсь. Каждый цепляйся. Если какой-то отросток висит, хватайся, держись. Цепляйся, цепляйся изо всех сил. Ну как, ну мне мясорубка тянет. Борись, вылази из этой мясорубки. Но все согласились. Так ты не все, ты в новую жизнь попал. Скажи на это аминь. Ты не все, ты не все. Ты, послушай, дорогой человек, ты не все, ты не просто какой-то один из миллионов, ты особенный, потому что Бог тебя призвал, Бог тебя помазал, Бог тебя поставил, и у Бога есть великое будущее для твоей жизни. Сейчас эти люди смотрят по CNL, и я хочу сказать, ты особенный, потому что включил телеканал CNL. Аллилуйя! Цепляйся! Ну, жизнь! На что тратят люди жизнь? Смотришь, думаешь, Боже мой, как глупо. Он согласился с обыденностью, не соглашайся. Бога есть совершенный, идеальный план для твоей жизни. У него есть будущее. Но я чувствую себя, как крыса в темноте, в воде. Включи свет. Слово твое, Господь, светильник для ноги моей. Я вижу будущее. Ну как, если я его не вижу? Ну ты не видишь, это неверующие. Они говорят, вот увижу, поверю. Ну ты видишь, скажи, что ты видишь саму себе. Ну что ж, если я даже не знаю. Ну представь, придумай, нарисуй себе какое-нибудь будущее. Сочини себе будущее. Ну это от Бога или от Бога? Господь примет это и благословит твое будущее. Ну попробуй увидеть что-то. Я не точечки, как один, знаешь, говорит, я, говорит, ни разу видел. Не видел. Я говорю, это как? Он говорит, даже черточку не видел в видении. Я говорю, это легко. Я говорю, закрой глаза, представь побережье, песок, представь пальму, видишь? Он говорит, я представляю, я не вижу. Я говорю, теперь ты видишь.
представь что-нибудь хорошее. Ну как представить? Мозги мне говорят, болезнь, трудности. Как представить? Увидь свое будущее. Открой сердце, скажи, я имею великое будущее. У меня в Писании Бог открывает мое великое будущее. Иногда читаешь, конечно, и кажется, этот убил того-то, эти зарубили этих, эти пошли напали на тех, а те еле выжили. Слава Богу! Но есть и другие примеры, которые получали чудеса. Ты не хочешь войны? Тогда посмотри на Соломона, у него не было никогда войны. И он был самым богатым. Кто-нибудь скажет, что это слава Богу? Хороший пример. Не было войны. А что этот пример говорит? Он мудрости просил. Проси мудрости, и не будет войны. Когда мы читаем сын Соломона и вообще потомство их, там вообще катастрофа случилась. Если у вас есть Библия, 3 царь, 14 глава, написано такое предложение. 3 царь, 14 глава и 30 стих. Между Раваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. Точка. 3 царь, 14:30. Во все дни жизни между Раваам и Иеровоам. Знаешь, как назло не назвали себе друг друга. Раваам и Ие. Иеровоам. Всю жизнь воевали друг с другом. Вот всю жизнь. Это, знаешь, как на современный язык. Между бабой Клавой и бабой Дусей была война всю жизнь. Они придумали себе войну, войну, и всю жизнь они хотели убить друг друга, они хотели уничтожить друг друга, истребить всю жизнь, и мучились, и умерли. Никто не убил никого. Вот это противостояние, которое никому, 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 никому не нужно было. Но у них была война. Один глупец из них пришел и сказал: «Я сын Соломона, так вот мой батяня, он вообще слабак. Я вам здесь такую покажу». И тогда народ отвернулся, и все ушли, и с ним осталось совсем ничего. А другой воцарился и сказал: «А у нас все будет классно». И 10 колен Израилевых присоединились к нему. И они по 2 разных лагеря. И стали воевать друг с другом. Одни послали налоги собирать, а тех взяли, замочили. «Ах, вы замочили наших!» Воцарился второй воцарился. Он сказал: «Не хочу, чтобы евреи ходили в Иерусалим. А то они пойдут в Иерусалим и того полюбят». И тогда он говорит: сделаем себе золотых тельцов. Сделали золотых тельцов. И сказали: помните, в Библии написано про золотого тельца. Народ не смысленный, что так было написано? Так вот, он вывел вас из Египта. И стали, чтобы люди туда не ходили, он создал ложного бога. Этот сказал: ах, ты ложного бога создал? Тогда на мне святая обязанность замочить тебя. И знаете, между ними просто бойня из-за глупости, тупости, ограниченности. И вот всю жизнь, все, что о них можно сказать, и они хотели убить друг друга всю жизнь. Я не хочу прожить такую жизнь, когда всю жизнь война, не поймешь с кем, что, кому ты хочешь доказать. Я хочу доказать моей теще. Зачем? Чего доказывать? Сдайся, это война вечная. Просто сдайся в плен и надейся на милость тещи. Зачем война? Они всю жизнь провели войну. Они не видели своего будущего, они не видели перспективы. Они провели в непонятном состоянии всю свою жизнь. И в конце жизни, знаешь как, они вспоминали только одно. Вот мы однажды им насолили, а мы им наперчили, а мы сделали это, а мы сделали это. И зачем? Зачем? Зачем ты так жизнь потратил? Есть великое будущее для тебя. Люди приходят и часто жалуются на жизнь. Знаешь, Я любитель вот такой тематики позитив-негатив. И в большинстве случаев люди делятся на 3 категории. Первая категория — это позитивные. Вторая категория — негативные. И третья категория — это те, которые из позитива двигаются в негатив или из негатива двигаются в позитив. Такие переходящие. Позитивные люди, они всегда с ожиданием. Негативные, им всегда чего-то не хватает. Мне недостаточно. Я хочу сказать сразу же, будучи позитивным человеком, у меня только одно заявление. У Бога, Он тебе дал все, Бог тебе дал все необходимое для жизни. Или так,
для твоей великой судьбы у Бога уже давно есть все. И даже более того, у тебя есть все для того, чтобы получить свою великую судьбу. Я еще раз вот как бы эта мысль. Негативное мышление говорит, чтобы мне быть счастливым, успешным, благословенным, чтобы мне вот это, мне не хватает. И список. Чего мне не хватает? И люди сидят парализованные, ничего не делают. А что ты ничего не делаешь? А если бы у меня вот это было, тогда бы я был бы другим. Но так как у меня этого нету, тогда я парализован. Я ничего не буду делать. Я просто парализован. А что парализованный ты? А у меня вот этого не хватает. И они ссылаются на жизнь. Вот, ну так не повезло мне. Ну не повезло, ну нету у меня этого. И смотришь, думаешь, ну человек, Бог тебя уже всем обеспечил. Ты говоришь, чем? У тебя две ноги есть, упирайся. У меня нет ног, руками упирайся. У тебя нет зубов, тогда ушами цепляйся. Ну чем-нибудь цепляйся. У меня волос нету, тогда, когда будут бить по голове, проскользнет, смажь ее кремом. Цепляйся, это жизнь. Мне чего-то не хватает, хватает. Ума не хватает, вот это да, вот это... Это у нашего брата, да, я понимаю. А иногда и ума не надо. У тебя хватает. У тебя хватает всего. Проблема в том, что мы верим, искренне верим, что у нас не хватает. Мы искренне верим, что нам не хватает чего-то для жизни. Мы искренне верим, что у нас нету чего-то в жизни, что помогло бы нам стать лучше. Но истина состоит в том, что у тебя уже давно есть все. Парадоксально, не парадоксально. Факт остается фактом. В твоей жизни уже давно есть все. Бог тебя всем обеспечил. Проблема в том, что мы застряли. Говорят, что у Бога есть книги судьбы нашей жизни, которые Он запрограммировал для нас до нашего рождения. Проблема в том, что мы не исполняем Его план. И мы остановились, знаете, в книге есть предисловие. Мы даже до первой главы не дошли. В предисловии остановились. У Бога есть великая судьба для твоей жизни. Великая судьба для... Кто-нибудь скажет, ну это аминь или нет, а? Я посмотрел одну передачу, одна верующая девочка, она любила кататься на серфинге, и случилась беда, акула подплыла и откусила ей руку. Девчонка молодая, 15 лет. И, ой, говорит, ты какое? Как же ты теперь будешь? И знаете, вокруг нее были позитивные люди, и они стали говорить, у тебя осталась вторая рука, Бог с тобою. Знаете что, девчонка поднялась, и она сказала, а в моей жизни все будет хорошо. Написала книгу «Жизнь без одной руки». Сфотографировалась на обложке. Продала миллионным тиражом. С каждой книги получила по $5. Стала путешествовать по всему миру, рассказывать, как она живет. Как живется инвалидом. Ее везде принимают. Она получила великий плюс в жизни. Она всем нужна, она популярна, на всех телешоу участвует. Ее Ларри Кинг вызывал, ее все вызывают, ее везде показывают. Смотрите, какой человек. А как это? А как то? Ее спрашивают, а как ты себя чувствуешь? Представляешь, тебя бы кто-то так спрашивал. Ты как себя чувствуешь? А ты описываешь, слава Богу, все нормально. И знаете, самое интересное, говорит, а как тебе, говорит, сейчас на серфинге плавать? А на серфинге, когда, говорит, плавает, там же нужно балансировать руками, говорит, а когда руки нет, она говорит, поэтому приходится на одну сторону чуть больше давить. И когда он это расписывает, я подумал, какой человек внутри позитивный. Человек внутри понимает, что это его жизнь. Я видел недавно одного проповедника. Вы знаете, он родился без рук и без ног. Просто вот такая тушка и голова. Без рук и без ног. У него только вместо ноги одна маленькая такая штучка. Все. У него нету ни рук, ни ног. Знаете, конечно, жалко, а как он за ухом чешет? Но он путешествует по всему миру путешествует и везде проповедует. Я бы хотел, чтобы он к нам в церковь приехал. Значит, заряд оптимизма вы получите конкретный. Его поставят, вот так ставят стол, ставят вот так, приносят, кто-то его так дюк-дюк-дюк принесет, дюк, поставили на стол. И он стоит на столе, и он говорит, аллилуйя, Господь любит люди вас.
У вас великое будущее. И когда смотришь на него, так чувство сожаления приходит. Думаешь, как жалко. Но потом тебе жалко, что у тебя есть руки и ноги. Потому что чувство зависти начинает приходить. Смотри, его везде принимают, везде любят, везде летает. Все есть, дом есть, машина есть. Его возят, привозят, увозят. У него есть все в жизни. Я мечтаю, жена спинка чешется. Она говорит, сам чеши. А у него всегда есть кто-нибудь, кто он заплатил зарплату, чтобы ему массаж делали, все. Посмотрите. Я посмотрел, подумал, как человек, вот имея оптимизм в жизни, настроение, он достигает великого будущего. У тебя есть все. Но я буду искать ресурсы, чтобы у меня все было. У тебя уже есть все. Оглянись вокруг. Женщина пришла, говорит, у нас ничего нету. Ничего, только кувшин с маслом остался. Только кувшин. Ба! Целый кувшин, да, целый кувшин. Живем. Набирай емкостей. Набрала емкостей, и вы знаете дальше эту историю. Она потом весь день лила масло. Масло не кончалось, что у тебя есть. Бог не будет давать с неба кран такой, покрути небесный кран, и масло побежит. Нет, из твоего кувшина лей, не кончится. Что у тебя есть? У меня там муки немножко и тесто. Иди лепи лепешку, я съем ее. Как? У меня ничего нету, я тебе не дам, вот тебе. Не получишь ты мои лепешки. Пошла лепить, а мука не кончается, и масло не кончается. Все голодают, а у нее источник нефтяной там дома. Мука сыпет и сыпет, сыпет и сыпет. Немножко продала, немножко так. Соседи понять ничего не могут. Что-то она все время с дома муку несет. А сыпет и сыпет, сыпет и сыпет, сыпет. Главное, потряси получше. Что у тебя есть? Ничего нету. Как ничего нету? Поройся внимательно. Мы часто, мы описываем, чего у нас нету, мы уделяем, негативный человек, он уделяет время, чего, ничего, и ничего-то у нас, и ничего, только говорит, у нас нету, и ничего у нас и нету. И вся жизнь превращается в сплошную катастрофу. Видит негативизм в любой, ну ясное дело, ну нету, ну этого нету, мозгов нету, ну у тебя библиотека от мамы сохранилась, прочитай, купи мозги. Ну, почитай немножко. А что толку? С мозгами люди вон где, на помойках живут. Ну, имея такое отношение, ты с таким настроением слона не продашь. Знаете эту историю? То есть, когда один пришел, говорит, у меня, говорит, такой классный слон, говорит, и он утром бегает, и охраняет, и все делает, и все, он замечательный слон. И это, говорит, продай слона. Говорит, никогда не продам. Он говорит, продай, умоляю, продай мне слона. Он говорит, а утром детей веселит. И он все делает. И знаете, его умолял, говорит, продай. Ладно, продал ему слона. И вдруг этот слон дом сломал, орет, носится, газон затоптал. Все. И когда этот приходит, говорит, это слон. Говорит, это катастрофа. Это ужас. Это... Он все мне уничтожил, что ты мне продал. А этот сын говорит, да, говорит, с таким настроением ты слона не продашь. Если у тебя такое настроение, ясное дело, тебе даже ученые, профессора будут казаться, что они все умирают с голоду. Кто-то говорит, я троечник, радуйся. Статистика говорит, троечники директорами становятся. Отличники помогают им. Радуйся! Как радоваться? Я отличник, ты отличник, они становятся вообще успешными людьми. Выбери свой сценарий, увидь картину. Когда тебе любой, мне не повезло, я перееду в другую страну. Зачем? Там повезет. Друг, ты повезешь в ту страну, вот все, что у тебя есть, туда и привезешь. Вот именно туда и привезешь. Когда я встречаюсь с кем-то там в Америке, всегда встречаюсь с двумя категориями. Цены на недвижимость упали! Другими встречаюсь, он говорит, цены на недвижимость упали. Говорит, ты не говори, но мы радуемся. Всегда кто-то радуется, кто-то плачет. Всегда кому-то плохо, кому-то хорошо. Что ты видишь? Что ты видишь? Вы знаете, вот это, у меня ничего нету. Я приехал однажды, много лет назад, в Узбекистан, и... Когда в Казахстане цены сильно подскочили, я приехал в Узбекистан, у них цены бросовые на недвижимость. И я бизнес-семинары проводил. Я говорю, люди, у вас здесь недвижимость 3 копейки стоит. Покупайте недвижимость, умоляю вас.
покупайте недвижимость, покупайте недвижимость. Знаете, что случилось? Я провел бизнес-семинары. Прошло несколько лет. Случилось следующее. Она подскочила, недвижимость, 10 раз цена. В 5-10 раз подскочила. Я возвращаюсь обратно, снова встречаюсь с теми же людьми. Я говорю, ну как, вы купили недвижимость? Если бы мы тебе тогда поверили. Ну понимаешь? Я говорю, что у нас-то денег тогда не было и сейчас нету. Я посмотрел, я подумал, интересно, хоть один человек там, кто был на этих семинарах, услышал меня или нет? И один подходит ко мне после семинаров, тихенько отводит в сторону, говорит, знаешь, говорит, я, говорит, услышал тебя. Я говорю, что? Я стал звонить всем друзьям, все умолял занять мне денег. Я умолял, займите деньги, я всем обещал. Я, говорит, накупал 3 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч квартиры, покупал. Знаешь, я как бешеный стал. У меня охота, я занимал и покупал. Аж говорю, а что потом? Он говорит, а потом квартиры выросли в 5 раз в цене. Я продал 2 из тех, которых накупил, и расплатился со всеми, у кого занял денег. Я спросил, а у кого ты занял денег? Я говорю, у кого ты занял денег? А он говорит, а у тех, которые были на бизнес-семинарах. Я говорю, и что осталось? Он говорит, я никому не должен, у меня еще 8 квартир есть. Я говорю, а комиссионные где? А он говорит, а я за билет на бизнес-семинары заплатил, все, поэтому я в расплате. Но я радуюсь за него, я вдруг понял, что среди всех людей негативно мыслящих всегда находится позитив, который смотрит на жизнь с позитивом, который слышит то, что нужно услышать. Он не негативный, он позитив внутри меня. Конечно, нету и этого нету, и того нету. И когда люди подходят к решению любой проблемы, они исходят из того списка, чего у них нет, чтобы решить эту проблему. Они приходят из списка, как решить проблему, как катастрофа. И они садятся, все обсуждают, как это сделать. Знаете, в Америке инженеров учат следующим образом. Для каждой болта и гайки свой ключ. Вот чтобы вот этот, там нужно вот такой длинный. И когда они ремонтировали одну машину, там русский работал, там не было ключа для специальной гайки. И они остановились, говорят, все, встали, нужно ехать, сейчас пятница, магазины закрыты, значит, только понедельник, мы машину не успеем сдать. Тан-дан, и у директора катастрофа. И тогда вдруг один русак говорит, а говорит, какая проблема? Он говорит, ну гайку не можем открутить, все, говорит, встали. И русак достает плоскогубцы, говорит, а я, говорит, этим могу открутить. Американец говорит, как? Русский думал, он дурачком прикинулся, говорит, да вот так, засунул так, раз туда, руку посунул, чук-чук-чук-чук-чук, крутил, открутил. Американец в шоке, говорит, ты, говорит, гений. Иногда создается иллюзия, что все невозможно, у тебя плоскогубцы есть? Есть. Ты счастливый человек, ты почти гений. Но это позиция жизненная, но не нужно превращать все в сплошной поток негатива. Это твоя жизнь. У тебя есть все. На небесах пишется, написана книга твоей совершенной судьбы. Проблема в том, что мы говорим, у нас нету ничего, поэтому напишем по-другому. Но у него классная книга для тебя, классная книга для твоей жизни, книга для твоей счастливой жизни. Бог не приготовил для тебя такой, знаешь, ну такой затрепанный, замухрыженный сценарий жизни. Ну вот этот сценарий такой, придурка бедного, такой, на, держи. И спасибо, Господи. Ну и придурок бедный, да. Хорошо, живой. У него есть великий сценарий для твоей жизни. Великое будущее, которое он приготовил для тебя. Не нужно думать о том, чего у тебя нету. Ресурсы всегда находятся рядом. Бог благоволит к тебе. И когда возникнет необходимая задача, у тебя рядом окажутся нужные инструменты. А если не будет их, то что-то заменит эти нужные инструменты. Бог приведет связи в твою жизнь, контакты в твою жизнь. Бог откроет возможности. И если нужно, Бог поменяет начальников, поменяет тех тормозов, которые тормозят твою жизнь. Он поменяет их, и все. Они уйдут со своего пути. Такова реальность, такова жизнь. Ну как? Я верю в негативный сценарий. Если у тебя такая вера, то тогда ты умрешь в Египте в тюрьме.
И это будет катастрофа. Иосиф верил, что его путь не Египет и не тюрьма. Да, он видел вокруг тюрьма, он видел, что все плохо. Но у него другой сценарий в жизни был, другая мечта. Он знал, у меня другая судьба, я не соглашаюсь. У меня судьба великая. Что в конце концов он становится премьер-министром всего Египта. Всего лишь способность толковать сны. Он использовал одну способность, пришел к фараону и истолковал сон, подсказал, что ему нужно поставить мудрого парня, который все сделает. Подсказал, как все. И фараон сказал: слушай, ты это тот самый парень, давай-ка ты этим и займись. За одну минуту вся жизнь развернулась. Ожидай лучшего. Твое ожидание будет магнитить лучшие. Ресурсы придут, возможности придут. Когда мы начинали спутниковое вещание, вы знаете, у нас ничего не было. Одна мечта была, что мы сможем, у нас получится. Мы сказали, у нас есть несколько камер, у нас есть кассеты, у нас есть замечательные ребята. Мы можем это и это и это сделать. Но в какой-то момент вдруг все развернулось и пришло понимание. Мы можем сделать христианское телевидение. Некоторые люди парализованные. Когда подходят к вопросу эфира, они парализованы. Телевидение – это дорого. Они даже не думают, они знают по умолчанию, что это дорого. И когда я все изучил, я вдруг понял, что это просто. Да, это дорого, но это просто. И я поверил в сценарий, что это возможно. Я стал искренне биться, стучаться. Самое трудное было убедить людей вокруг меня, которые были негативно настроены к телевидению. Бог согласен! Бог согласен на твой самый лучший сценарий. Бог согласен на твою самую лучшую судьбу. Бог согласен на самый лучший путь для твоей жизни. Скажите на это аминь, драгоценный. Но люди не согласны, близкие. Помните, враги человеку? Те, которые рядом, они не привыкли. Они говорят, тебе сценарий придурка и бедного. Это твой сценарий. А я порвал его. А где сценарий? Я новый сценарий ищу от Господа. Успешного, счастливого, святого и умного. Я выбираю другой сценарий. Это внутри тебя где-то вот эта война, конфликт. Позитив или негатив. Свет и тьма. Тьма всегда приходит с негативом. Во тьма говорит, ты утонешь, как та крыса. За несколько минут ты ничего не видишь, ты утонешь. А я вижу. Даже если мои глаза не видят, я вижу там выход. Я вижу там ответ. Я вижу там процветание, там богатство и там счастье. Ну скажите на это аминь, драгоценные мои. В этом и есть позиция жизненная. Но многие говорят, ну пойми, есть ширина, высота, глубина. Они тебе... Апостол Павел очень лаконично, конкретно на все вот эти перепуги, которыми пугают страшилки, так называемые, страшилки, которыми нас пугают, апостол Павел очень лаконично нас убеждает. Римлянам 8 глава, я буду читать 37 стих. Послушайте, драгоценные мои, те, которые смотрят телеканал CNL, вы не случайно попали в эфир телеканала CNL, и вы не случайно здесь оказались. Я знаю, что Бог приготовил для вас великую судьбу. Проблема в нашем мышлении. Мы всегда находим причину, почему у нас не получается. Мы находим причину, даже не пытаясь попробовать, мы уже знаем, почему не получится. Вот поэтому, поэтому, поэтому. И он говорит, все преодолеваем, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Я имею силу того, кто любит меня. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина и никакая другая тварь. Ни другая, никакая тварь. Я Библию читаю, извините, это чисто вот, чисто Библия. Никакая тварь не может, не может, не может, не может тварь отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Скажите на это аминь. Никто, ничто, никогда не может отлучить тебя от Его любви. Он любит тебя. Он говорит, у меня хороший сценарий для твоей жизни. Он любит. Он приписывает к твоему сценарию лучшие пути. Лучшие пути. Он дает тебе выход. Он приходит. Я заболел. Он переписал сценарий. Джик, держи. Знаете, как в кино происходит? Когда они сериалы снимают, то там что-нибудь случилось, какой-то актер заболел, у них новый сценарий. Они сразу же переписывают, адаптируют, корректируют. Все. Я лежу в больнице. Он пишет, здоров, 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 здоров. Держи сценарий.
Здоров, как это может быть? Врач мне сказал, нездоров. Бог говорит, здоров, здоров, я переписал сценарий. Мы останавливаемся в предисловии Божьей судьбы для твоей жизни. Мы говорим, ну да, Бог любит, но реальность она другая. Бог любит, но жизнь она другая. Она именно такая, как ты веришь. Веришь ли ты в позитив, веришь ли ты в негатив? А что делать с высотой, глубиной, шириной? В другом месте апостол Павел пишет такие интересные слова. Давайте посмотрим. Ефесянам 3 глава. Ефесянам 3 глава с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется любое отечество или семейство, родственность на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть». Я посмотрел слово «постигнуть». Это значит схватить, захватить, настигать, захватывать, догонять, достигать, приобретать. Вот так. «Чтобы вы могли достигнуть, схватить, зацепиться, вцепиться, прилепиться, догнать, купить, что угодно. Чтобы вы могли со всеми святыми, не только ты один, кстати, со мной тоже. Что мы могли достичь? Что ширина, долгота, глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою, полнотою Божьей, получить полностью все от Бога. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать гораздо больше всего, о чем мы только просим, и даже он делает больше, о чем мы только думаем. Он делает гораздо больше того, что мы просим, и о чем мы только думаем. Он говорит, схватите, уразумейте, что ширина, высота, глубина. Схватите это, не бойтесь этого. Прилепитесь, Бог даст вам гораздо больше. О чем ты только думаешь? Вопрос, а о чем ты только думаешь? О, Боже мой, яви твою милость. О чем ты только думаешь? Он сделает гораздо больше, о чем ты только думаешь. Помышляешь, вот только подумал. Даже не то, что попросил, подумал. Он сделает гораздо больше. Проблема в том, что мы думаем часто негативно. Мы думаем часто в негативном свете. Превращаем все в негатив. Преврати свою жизнь в позитив, в благословение, в радость, в счастье. У Бога есть способность воплотить любую твою мысль, желание сердца. Но мы говорим, нет, я верю, что я должен. И начинается длинный сценарий. Когда я спрашиваю какого-то человека, что тебе нужно, чтобы получить возрастание, успех и славу, и силу, и благословение. И многие из нас автоматически включают сценарий. О, это не так просто. Первый пункт, не так просто. Чего тебе еще не хватает? О, мне не хватает вот это и вот это. Если бы я вот это сделал и вот это сделал. Если бы я сделал это и это. И начинается перечисление, отдаление. Каждый пункт отдаляет ответ от Бога. Каждый пункт, я думаю, что это не так просто, потому что раз, два, три. Когда отдаляется, это не так просто. А другой человек говорит, я верю, что это просто. И тогда к нему это приближается. Я верю, что я способен. Я верю, что Бог даст возможности. Что Богу нужно сделать, чтобы развернуть всю жизнь? Что сделать крысе, чтобы она не утонула? Включите свет. Все, что нужно, тик, лампочку включил, и у нее нет смерти, она живет. Вы улавливаете, драгоценные мои? Все, что нужно сделать, маленький поворот, он внутри тебя. От негатива к позитиву, от несчастья к счастью, от неудачи к удаче, маленький разворот внутри тебя. Маленький поворот, маленький шаг, и все получится. Скажите на это аминь. Я бы хотел прочитать еще одно место из Библии. Пожалуйста, откройте вместе со мною 1 Иоанна. И здесь замечательные слова, которые оставил нам Господь через апостола. Он пишет, дети, вы от Бога и победили их. Тот, кто вас больше того, кто в мире. Скажите на это аминь. Тот, кто в вас. Внутри тебя живет тот, кто больше, чем все эти враги в мире.
Тот, кто в тебе, он сделает гораздо больше, он гораздо сильнее. Он даст тебе великую победу. В этом есть ответ от Господа. Скажем на это аминь. Очень важно иметь в жизни человека, который бы наставлял тебя. Вы помните Есфирь, когда она пришла на конкурс красоты, когда царь выбирал себе невесту. И представляете, она евреянка, и она пришла туда. И там сколько было конкурсанток? По-моему, 100 с чем-то человек. Конкурс красоты, 120. И она выходит, одна из них. И знаете, и все хотят попасть в жены царю. И все мечтают стать женой царя. И она пришла, и внутри нее что-то было. Что-то было, что-то особенное было, что Бог сделал. Надежда, что она выиграет конкурс. И она вела себя как победительница. Она стояла как победительница. Она реагировала как победительница. Я не знаю, каким образом там все это произошло, но она оказалась в царском доме и стала женой царя. И Мардохей постоянно приходил и давал ей советы, давал ей консультации, подсказывал, говорил вот это, вот это. И потом, когда наступил конфликт, Мардохей ее вдохновлял, утешал, благословлял. И говорит, иди, говори с царем. Она говорит, меня убьют, поститесь. Они постились. Был наставник. У Тимофея был наставник Павел, который говорит, да никто не пренебрегает юностью твоей. Укрепляйся, вразумляйся. И говорил замечательные слова. У Ильи был свой человек, которого он наставлял, свой ученик, которому он показывал и учил. Вообще, интересно, когда есть человек, который верит в себя и вдохновляет тебя. Каждому человеку нужно, чтобы кто-то вдохновлял его. Поверни соседу, скажи, мне нужен вдохновитель. Знаете, я искренне хочу, чтобы вы, посмотрите на меня, драгоценные мои, чтобы вы были вдохновителями. Так много критиков сегодня находится в земном шаре. Так много людей, которые постоянно критикуют, и они негативом исполнены. Они ненавидят американцев, они ненавидят грузин, они ненавидят этих, они ненавидят того, они говорят вот это, они говорят вот это, вот это. Так много людей, которые исполнены ненависти. И они критикуют, и критикуют, и критикуют, и критикуют. Как мало людей, которые говорят вдохновение и говорят надежду. Я верю, что ты тот человек, который будет иметь в своей жизни людей, которых ты будешь вдохновлять. Скажите на это аминь. Я прошу вас, конечно же, есть проблемы. И когда приходят проблемы, тебе хочется отвязаться на кого-то, кому-то доказать что-то. Но включи ободрялку, включи механизм ободрения. Ожидай лучшего. И даже если ты нерадивого работника увольняешь, не нужно говорить, ты тупица, ничего не соображаешь, ты такой-сякой, и у тебя ничего в жизни не выйдет. Нет, скажи, ты перспективный молодой человек, у тебя все будет в жизни хорошо, поэтому я тебя увольняю. Скажите на это меня. Ну, не нужно превращать жизнь в негативизм. Будь человеком, который сеет надежду. Я хочу сеять надежду в вашей жизни. Я хочу сеять надежду, говорить будущность и надежду. Сегодня ночью мне приснился один духовный сон. И я хочу, чтобы вы его уловили очень правильно. Я увидел, группа верующих собирается молиться. И я, это было перед нашим зданием церкви, я увидел, я говорю, вау, классно, будем молиться. И в какой-то момент, когда мы начали молиться, вдруг я обнаружил, что многие из людей, которые находились, они были раздетые. Я не мог понять, что это такое. Я думаю, почему они раздетые? И они ведут себя, будто бы они одетые. Они говорят, будто бы они одетые. Они как голый король, но и никто не видит, что они раздетые. Все думают, что они абсолютно одетые. И я посмотрел, я знал этих верующих людей. Я знаю некоторые из моей церкви, некоторые из других городов. Но они ходили раздетые. Я утром проснулся и сказал, Господи, что это такое? И в какой-то момент я вдруг вспомнил Откровение 3 глава. Советую тебе купить золото, чтобы тебе обогатиться, и одежды белые, чтобы была покрыта срамота наготы твоей. Я мог бы взять и сказать это послание. Я не знаю для кого, но для кого-то это послание сегодня является актуальным. Кто-то здесь из слышащих понимает, о чем я говорю. Ты изображаешь, что ты одет, но ты раздет. Но есть послание, есть надежда. У Бога есть одежда для тебя. Советую тебе купить белые одежды, чтобы была покрыта срамота наготы твоей. Скажем на это аминь.
Можно сказать, ты ходишь раздетый, глупо выглядишь. Да кто ты такой? Я говорю, слава Богу, что ты понял, что ты раздетый. Слава Богу, что Бог показывает тебе. Этот сон не случайный. Какие-то люди улавливают, о чем я говорю. Ты изображаешь, что у тебя все нормально. Ты ведешь себя все нормально. Но ты раздетый, ты обнажен, ты просто уязвимый. Тебе нужна одежда Божья. Бог обличает тебя. И Он показывает тебе, но я тебя не уничтожаю. Вот чистые одежды праведности. Советую тебе, приобретай одежды. Одежды, которые могут покрыть тебя. Которые могут покрыть наготу твою. Скажем на это аминь, а? Есть надежда, есть будущность. У Бога есть великое будущее для твоей жизни. Ты скажешь, ну я плохо себя чувствую. Тогда купи одежду. Мне не хватает, купи золото, чтобы обогатиться. Я не вижу, купи глазную мазь, чтобы тебе видеть. У тебя будет и золото, и одежда, и глазная мазь. И ты никогда не утонешь, как эта крыса в бассейне. Слава Иисусу Христу! Скажем на это аминь. Паучок имеет способность плести паутинки и ловить добычу. Вы когда-нибудь думали, почему паук никогда не попадает в свою паутину сам? Она настолько сделана, что он цепляет любую пролетающую, ползущую, крадущуюся тварь. Единственный, кто не попадает в паутину, это сам паук. Вы знаете почему? Потому что у него на лапках специальная такая смазка, которая позволяет ему не запутаться в собственной паутине. Не умер, так запутался. И ей понравилось, как один пастор сказал, говорит, это, говорит, у него помазание есть. У тебя есть помазание не запутаться в твоей жизни. У тебя есть помазание преодолеть силою Господа любую трудность, любую проблему в твоей жизни. У тебя есть помазание. Ожидает Господа лучшего. Ты работаешь, ты сделал паутинку, ты ждешь добычу, она не летит. Но, слава Богу, ты не запутаешься. И какая-нибудь стрекоза обязательно попадет в твою паутину. И у тебя будет большой урожай радости и благословения. Скажем на это аминь. Я верю и знаю, что вы народ, который имеет будущее, народ, который имеет надежду. И в вашей жизни все будет хорошо. Даже если ты обнаружил и получил сегодня понимание, что мне нужно что-то с собой делать, для тебя есть надежда. Он не сказал, ты голый и сдохнешь голым. Он сказал, нет, у тебя нету одежды, я дам тебе свою одежду. Дам тебе новую одежду праведности. И ты увидишь величайшее будущее в своей жизни, славу Божию и благословение во имя Отца. Аминь. Пожалуйста, встаньте. Склони свою голову. Если на твоей работе идет сокращение, то я верю, что сокращение минует тебя. А если тебя сократят, это для, только для одной цели, чтобы ты нашел другую работу, более хорошую, с высокой оплатой. Если ты болеешь, это только для одной причины, чтобы пришло исцеление и ответ от Бога. Ожидай лучшего. Негативное мышление, оно ожидает худшего. Если ты не поступил в институт, это только для одной причины, чтобы ты поступил к нам в библейский центр для обучения. Если у тебя не получилось что-то сделать, и твой бизнес обанкротился, это только для одной причины, чтобы ты стал миллионером. Ну я обанкротился! Но ты для того, чтобы стал миллионером, ты обанкротился. Ну как это возможно? Пришла трудность только для одной причины, чтобы Божий ответ пришел в скорости. Пришла радость для одной причины. Бог слышит тебя. Он любит тебя. Он за тебя. Слава Господу Иисусу Христу. Вы веруете, что Бог имеет для вас великое будущее? Проблема в великом будущем находится здесь. Или мы принимаем его, или мы находим причины, почему. Почему я не принимаю великое будущее? Причина, почему? Наверное, вот поэтому. Запомни, у тебя есть все. Все есть, чтобы приобрести судьбу Божью. Тебе ничего дополнительно не надо. Истина, тебе ничего дополнительно не надо. У тебя есть способности, тебе ничего. Когда я стал заниматься телевидением, вы знаете, у меня не было знаний, но у меня было все, чтобы найти эти знания. У меня был компьютер, у меня был интернет, и у меня были и есть мозги. Не были, а есть мозги. Мудрость. Как найти эти знания?
Я зашел и стал искать знания. Они бесплатно лежат, они открыты, они доступны. Возьми. Они говорят, возьмите нас, возьмите. Но люди проходят мимо и говорят, у меня нету ничего. Кто мне даст? Когда ко мне кто-то приходит и говорит, ну дай мне все семинары, которые ты в жизни прослушал. Хочу быть таким, как ты. И я говорю, главный семинар, найди семинары. Тогда ты будешь такой же, как я. Ну ты мне дашь, и я буду такой. Нет, если ты найдешь, тогда ты будешь такой же. Ты сможешь сделать гораздо больше. Ищите Бога. Он спрятался, но не до конца. Он подсказывает тебе, знаки дает. Он как-то громко за шторкой кашляет, чтобы ты его нашел. Он подсказывает тебе, дает ориентиры. Ориентиры, куда двигаться. Не беспокойся, Бог не против тебя. Бог за тебя. Бог твой друг. И лучшее ждет тебя впереди. Поменяй негатив на позитив. Минус поменяй на плюс. А несчастье поменяй на счастье. Неудовлетворенность на удовлетворение. Поменяй внутреннее отношение к миру. Раскрась мир цветами. Раскрась мир цветами Божьей любви. Раскрась свою семью цветами радости. Раскрась своих детей. Возьми и раскрась их цветами любви. Мы ищем все время причины. Кто это? Кто свет не выключил? Кто это? Посуду убрал. Почему не помыл? Хватит. Не помыл, не убрал. Свет оставил включенный. Дверь не закрыл. Все плохо. Но раскрась его, а ты все-таки хороший человечек. И я люблю тебя. И в твоей жизни все будет хорошо. И ты будешь закрывать дверь, ты будешь выключать свет, ты будешь делать все. Но сейчас я тебя раскрашиваю цветами любви и надежды. Скажем на это аминь. Когда я смотрю на церковь, конечно же, в церкви есть проблемы. Кто-то говорит, Максим, ты так говоришь, будто бы здесь одни святые помазанники. Здесь именно одни святые помазанники. Аминь, я так вижу. Ты раскрашиваешь церковь цветами надежды. И именно этим я и занимаюсь каждый день. Когда ты безнадегу говоришь «надежда», что-то происходит. Кто-то говорит, ну у меня в сердце лед. У меня лед в сердце. Я говорю, подойди поближе ко мне. Я посвечу на тебя светом любви. И постепенно в тепле любви Божией этот лед растает. Лед твердый. Я сил не отбиться с этим льдом. Подожди немножко. Просто раскрой свою шубу, полежи на солнце, и лед растает. Многие люди тратят огромные силы, чтобы убрать лед. И они тонны льда таскают, у них сил нету. Все, что нужно сделать, приблизься к Господу, к Его теплу любви. И весь лед вдруг прыг, и растает. Никаких усилий. Я смотрю, вот иногда на речку льдом закрыта, и думаешь, сколько сил надо, чтобы весь лед перевести. Сколько грузовиков, сколько подъемных кранов, сколько экскаваторов. Но потом вдруг выходит солнце, и ничего не надо. За несколько дней, и лед исчезает. Я думаю, какой славный Господь, а? Несколько дней, Он показывает, как трудно иногда в нашем мышлении, но легко в Его представлении. Скажи на это аминь. Закройте свои глаза. Я благословляю тебя именем Господа. Я провозглашаю Божье благословение над твоей жизнью. Я раскрашиваю этой молитвой твою жизнь в цвета надежды, в цвета судьбы, в цвета будущности, в цвета Божьей славы, в цвета благодати Божьей, в цвета надежды Божьей. Я раскрашиваю твою жизнь благословение. Я раскрашиваю и говорю в твоей жизни благословение. Этот черно-белый мир превращается в мир красок и радости. Благословляю тебя. Благословляю твою судьбу. Всякий лед, всякое каменное твердое сердце, ледяное сердце будет растоплено любовью Божьей. Облекайся любовью Божьей. Наполняйся радостью и надеждой. Благословляю тебя именем Иисуса Христа. Да пребудут на тебе все благословения. Да пребудет на тебе будущность и надежда. Да пребудет на тебе слава Божья, помазание Божье и благодать Божья. Да пребудет с тобою Господь. Во имя Иисуса Христа я благословляю тебя всеми благословениями Божьими. Господь, укрепи каждого человека.
научи нас понимать, что у нас достаточно в жизни, чтобы преодолеть. Научи нас понимать, что Ты снабдил нас всем необходимым. Ты оборудовал наши сердца, Ты оборудовал наши жизни всем необходимым, чтобы достигать совершенства в Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за надежду. Благодарю Тебя за будущность. Благодарю Тебя за то, что Ты держишь нас в правой руке Своей. За то, что Ты посадил нас на небесах. Благодарю Тебя за каждого человека на этом месте. И благословляю именем Иисуса Христа. Да пребудет на тебе благословение. Пребудет благословение на твоих детях. Пребудет благословение на доме твоем, на делах рук твоих. Да исполнит Господь благословение свои над тобою. Да благословит тебя. Тебя благословит Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, даст тебе будущность, даст тебе надежду и исполнит тебя плодами правды, наполнит твою жизнью незаслуженными подарками и благодатью любви своей откроет любовь свою к тебе. Благословляю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все скажем аминь. Я попрошу, дайте аплодисменты Иисусу. Он достоин славы. Я прошу, пожалуйста, у нас есть важная молитва. Я прошу никого в этом зале сейчас не двигаться. Это самая важная молитва для многих людей. Закройте ваши глаза. В присутствии Божьем мы находимся. И наши прославители сюда поднимутся. И я хочу сказать, что если ты никогда не встречался с Иисусом, спроси самого себя, хочешь ли ты сегодня встретиться с Господом? Хочешь ли ты сегодня сказать Господу, войди в мое сердце, войди в мою жизнь? Хочешь ли ты сегодня подарить Богу свою любовь, отдать Богу свое сердце, просить у Господа милости, и чтобы Его кровь Иисуса очистила тебя? Если ты хочешь получить благословение, хочешь, чтобы мы помолились за тебя, то сегодня самый важный день твоей жизни. День покаяния. Сегодня день, когда ты можешь встретиться с Иисусом Христом. Иисус сейчас, Господь на этом месте. Все вместе поем. Иисус сейчас здесь. Его могучая сила здесь, чтоб спасти тебя. Его могучая сила здесь исцелит тебя. Его могучая сила здесь освободит тебя. Иисус сейчас здесь. Я искренне верю, что Господь принимает вас. Ты скажешь, в моей жизни не все так правильно. Найди человека в жизни, у которого все правильно. Таких нет на земном шаре. Что-то правильно, что-то неправильно. Но Бог может исправить твою жизнь. Знаете, жизнь напоминает музыкальный инструмент. Когда расстроены струны, не настроены, что бы ты ни играл, даже если ты самый лучший виртуоз, музыка будет ужасная. Но Господь любовью Своей может настроить наш инструмент жизни. И когда Он настроит инструмент, происходит следующее. Вся жизнь становится правильная. Она становится счастливая, благословенная. Начинается новая жизнь. Почему наша община, церковь называется новая жизнь? Потому что у нас есть новая жизнь. Мы приходим к Господу и говорим, Господь, я в Твоих руках. Настрой мою жизнь, как Ты хочешь. Настрой инструмент моего сердца, мое настрой. Натяни струны правильно, Господь. Я предоставляю Тебе себя. Я инструмент в Твоих руках. И знаете, когда Он нежными руками простирает Тебе руку и говорит, я за Тебя. Я не сделаю Тебе больно. Я не против Тебя. Я прощаю Тебя. Он очистит нас от всякой грязи. Очистит нас от всяких грехов. Грех – это как грязь на нашей жизни. И мы, что бы ни одевали, мы грязные. Но когда Бог приходит, Он очищает. Очищает нашу внутренность, наше сердце от грехов, очищает нас от проклятий, очищает нас от мерзости.
И мы получаем благословение Божие. Скажите на это аминь. Сейчас мы будем обращаться к Господу. И это очень личная молитва. Это не массовая молитва, это личная молитва. Поэтому я попрошу вас, я буду вести вас в молитве, помогать вам. Но пусть это будет молитва твоего сердца. Все закройте свои глаза. Это ты перед Богом стоишь. И в зале люди тоже закройте глаза. Мы закрываем глаза свои перед Господом. Склоняем голову свою в присутствии Божьем. Давайте вместе обратимся к Господу. Очень важно, чтобы ты повторял эту молитву вслух. Чтобы эта молитва была услышана, сказана. Скажи вместе со мной. Отец Небесный, всемогущий Господь, я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя, помилуй меня, прости меня, я каюсь за безбожие, я каюсь за свои грехи, я каюсь за все, что я сделал, прости меня. Я прошу Тебя прощения за безбожие. Иисус, Ты пришел на эту землю и умер за меня и пролил кровь свою святую за меня. Омой меня, очисти меня от всякого греха. Омой мое сердце. Убели меня. Пусть мое сердце будет очищено. Пусть кровь Твоя сейчас очистит меня всю мою жизнь. Помилуй меня, Боже. Прости меня, Господь. Иисус, я признаю Твое господство. Иисус, Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты моя жизнь. Я принадлежу Тебе. Я признаю Тебя Господином моего сердца. Господином моей жизни. Отныне навсегда. Я в Твоих руках. Моя жизнь. Мое сердце. Мое настоящее и будущее. В Твоих руках, Господи. Я принадлежу Тебе, Иисус, Ты мой Господь. Будьте закрытыми глазами. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Положи руку на свое сердце. И в этой молитве просто скажи Ему своими словами. Проси у Него милости и благословения. Проси у Него очищения. Шепотом, ну скажи обязательно. Скажи Господу, я нуждаюсь в Тебе, Боже. Я нуждаюсь в прощении. Я каюсь перед Тобою. Я люблю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, прости меня. Прости меня, Господь. Прости меня за все, Господь. Прости меня за грехи мои. Иисус, я каюсь перед Тобой. Иисус, Ты мой Господь. Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена – они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал CNL нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нету западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими, бывшими советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие,
я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали. Но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни. Сегодня они поддерживают. Я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал CNL проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать: я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал CNL – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала CNL. Вместе мы можем очень многое сделать. Вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал CNL. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках. Пусть Бог благословит вас. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас!